Ну, где-то конец 90-х годов, это самые, так сказать, урожайные были годы на отъезд, так сказать, наших земляков вот, с Дальнего Востока на Ближний. И вот в автобусе, как сегодня помню, двойка, битком набитый автобус, идет, тут была, вот, я не знаю, кто-то из вас помнит или нет, старая-старая такая еврейка, кондуктор. Она вот такая вот, в автобусе и так не пошевелится. Она там, значит, всех это самое. Подходит старичок, стоит еврейской такой внешности. Она говорит, вы уже так и взяли билет. Он говорит, нет, а почему? У меня еще документы не готовы.